Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, это Mortal Kombat XL, и сегодня мы будем играть за Гора. Поиграем в стиле Бешенство Тигра, Огненный Шар и Дыхание Дракона. Так, и против нас Джейсон. Джейсон, так, а это какой стиль? Мне кажется, это стиль Неудержимый, потому что маска у него другая. Точно. Это не беспощадный Джейсон. Этот будет восстанавливать свое здоровье. Ты вызываешь меня на бой? Но Джейсон, естественно, ничего не отвечает. Ну, поехали. Так. Что мы будем делать? Мы будем зонить, мы будем прыгать. Немножечко, по-моему, подтормаживает, да? Но ничего страшного. Опа! Сейчас X-Ray будет, да? Мне кажется, будет X-Ray. Опа, обманул. Давайте броню. Потому что она тут была нужна. Еще у нас есть огненный шар по ногам. Вот такой. И, кстати, у Гора оказывается вот такой вот есть этот оверхед. Немножко неудобно его делать, правда? Но его можно комбить, что самое интересное. Опа, попался на захват. Теперь надо как-то сделать бруталити, попробовать. Бам, бам, вау. Жестко. Итак, друзья, следующий противник, он тоже играет за Джейсона. Причем какое совпадение в таком же стиле. В принципе, за Гора я могу поиграть и в других стилях, например, Клыки Дракона. Мне кажется, что разница между стилями Гора не слишком большая. И комбинации похожи, просто немножечко разные приемы. Например, здесь у Гора появляется прием с оверхедом, который тоже выводит на комбо, если его усилить. Ну-ка посмотрим, насколько этот Джейсон будет крут. Опа. Давай-ка броню. Опа, захват, поехали. Ага, но это не оверхед. Поймал, да? И снова поймал. Так, ну тут надо уже как-то по-другому с ним бороться. Какая-то другая тактика должна быть, походу. А мы еще вот так вот умеем. Но он всегда, кстати, вот это тут... Ага, даже так. Опа, это уже опасно, да? Оп, уже не так все просто, да? Он хотел броню сделать, но она ему не помогла, потому что у него жизни столько нет, чтобы эту броню использовать. Это не с оверхед был.
А можно же еще так. Оп. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давай броню. Опа. Так, давай, АССВ. Фаталити ему сделаем. Смотрите, у Гора даже на дальней дистанции все хорошо. При этом я вот только недавно понял, что у него есть хороший оверхед, реально хороший оверхед, который можно комбинировать с кулачной походкой. Кто бы мог подумать, что Гор не так-то прост, реально. Кстати, в этом стиле у него, мне кажется, сильнее удары, потому что клыки дракона реально сильнее удары идут. Во. Усиливаем. Бам-бам-бам-бам-бам. 35%. Я мастер битвы. Опа, захваты, да. Захваты Гора. 16%. Вот просто так, буквально. Через пок. А, ну, мы можем, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой, опасно. У нас еще, кстати, низ есть. Мы вот так вот еще можем делать. Между прочим, да, у Гора. Но это прием, он никак не комбинируется. Но, по-моему, можно броню... Да, а, нет. Так, и вот надо как-то бруталити сделать. А в этом стиле... Чего? Я думал, в этом стиле нельзя бруталку делать. Он должен был ему просто кулаками бошку снести. Но это клыки дракона, и здесь немножечко другие удары, типа. Да, тут-то он ему по груди бьет этими клыками вот этими. Вот почему. Значит, она работает, эта бруталка, только просто немножко по-другому. Понял. А, вот понизу, видите? Стартап снизу у Гора. Это же вообще великолепно. А, это низ. Но надо низы, значит. Ага, вот тут уже опасно. Это даже опасно. Ой-ой-ой, попаду. Бамс. Вот это урон. А, все, какой блок. Кстати, с этим тоже бруталка есть, только нужно усилить. Здравствуй, ответ. Бам, бам. А, медленный апперкот. Слишком медленный. Да, кстати, он, видите, он как-то на ноги ставит, а потом... Ой, друг, а ты вот это... Это очень наказуемая комбо. Это жестко. Это жестко. То есть, реально, надо за Гора очень внимательно следить. Если прозеваешь, все, 10%, по-моему, за просто так. Неблокируемого урона. Итак, это снова следующий противник. Кого же он выберет? Мы выберем Куатанского воина. Здесь будет больше... Опять Джейсон? Слушайте, сегодня прям все играют за Джейсона. Как так? Как так? Это беспощадный Джейсон. Я в шоке просто. А Куатанский воин — это про землетрясение. Это про резкие вейкапы. С броней, по-моему, да?
Ну хотя походка кулачная тоже броню имеет. В общем, здесь, кстати, можно поднимать противника с земли с помощью экзового землетрясения. Вот, вот оно. Видите, даже если он блокирует. Все нормально. Комбы те же самые, только смотрите, что можно сделать. Если противник на земле. Если противник на земле, то мы можем его поднять. Но это нужно с помощью особых комбо делать. Вот он падает, допустим, и он не успевает встать, и я должен землетрясение сделать. Опа, коленка. Ух ты, слушайте, ничего себе. Вот он, раз, и поднимается. Урона немного, но это специально, это такой баланс, типа. Ах ты хитер. Ладно, еще раз. Правда, я усилить не смогу. Оп, ничего себе, дотянулся. Кстати. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, один. Да, стейдж фаталити мы тоже умеем делать. А бруталити с прыжком я делать не стал, потому что у меня не было лишнего метра энергии. То есть тут именно нужен экзовый прыжок. Неужели снова Джейсон Вурхис? Мне кажется, нет, не может такого быть. Куатанский воин. Великий мастер. Друзья, это прям очень удачная. Удачный матч-ап, потому как Гора абсолютно все равно по поводу статуи Саб-Зира, поскольку землетрясение все равно пробивает. Все равно Саб-Зира получит урон. Ему не важно. Ух ты! Давай, ставь статую. Посмотрим, как это будет тебе помогать. Опа. От Гора не убежать. Даже дальний бой. Отлично. И не подкатиться никак. Опа. То есть вообще никак. Даже если он будет на меня бежать, я могу скорректировать. Я могу скорректировать полет. И все. Бам-бам. Бам-бам. Единственное, только что в Гора плохо, это его апперкоты, они ужасно медленные. Ну, извините, если бы... Ну, нужен баланс какой-то. А, два удара. Ну, прыгай на меня. Хорош. Выкрутился. Ну, а я броню сделаю, что? Опа. Броней пробил просто... Ох ты, хитер. Ты посмотри на него. Оверхедами, да? Победит еще, ты посмотри на него. Вот она. Еще и с броней. Вообще замечательно. Просто, ну, просто нереально. Нереальный, конечно, персонаж оказывается. Оказывается то. А это оверхед был. А он присел. Вон наказание, 30 сколько? 33? Низ. И через низ. Долго в защите сидим. Пожалуйста, захват получаем. Раз, ага. Опа, еще один оверхед. Оп, еще один оверхед. И кулачная. Ну, в общем, это дикость.
реально дикий перс. Бам-бам. А, понизу начал бить. Ты посмотри на него. Так, я тебя и так достану. Почему-то слайдов нет. Я удивлен, что... О, вот и низ. Вот и низ. А вот его... Оверхед, да. Короче, он миксовать умеет. Вот я даже никогда не мог себе подумать вообще. Не мог подумать, что Гору умеет миксовать удары. Бам-бам. Ай-яй-яй. Как бы мне его поймать? Надо как-то... Вот, вперед держим и все. Вот она, бруталка, о которой я говорил. Это не клыки дракона, и поэтому выполняется она немножко по-другому. Ну что ж, дорогие друзья, замечательный персонаж, отличные битвы. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!